Беларусь и Узбекистан всегда связывало нечто большее, чем просто дружественные отношения. Эта симпатия, основанная на присущих нашим народам трудолюбии, любви к земле, стремлении к миру и созиданию. У нас насыщенная повестка, много сопутствующих мероприятий, связанных с нынешним визитом. Первый в истории форум регионов по предложению президента Узбекистана, Дни узбекской культуры, национальная выставка вашей страны. Такая разноплановая программа является ярким подтверждением взаимного стремления к разностороннему развитию диалога. Считаем, что расширение прямых экономических и гуманитарных контактов между областями, предприятиями, гражданами обеспечит качественное укрепление межгосударственных связей. По итогам визита на высшем уровне в Ташкент в сентябре прошлого года правительства наших стран утвердили план по развитию сотрудничества, так называемую дорожную карту. В этот документ вошли более 150 мероприятий, затрагивающих сферы промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, строительства, транспорта, образования. Подписанные в рамках визита соглашения 19 документов вступили в силу и выполняются. Уверен, сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям, наполнит их новым практическим содержанием.